say to you if I can. But it's hard to keep promises. I see you watching steady track of my accomplishments. Trying to turn me from the bad to the good guy. I don't really know the bad or the good side. We can ride if you want, tell them lies if you want. I'm supplying the blunts. Yeah, I get high like a stunt. Hope I land when I jump. To the front, just in case I go face first. What's worse, nigga, life or death? First, you need a superhero, I can try my best. Shit, who gon' see me when I'm down? Who the fuck gon' count me in when I'm out? What the bullshit about when this shit goes south? Nigga, fuck that shit, I'ma kill it, no doubt. I'ma kill it, no doubt, nigga, fuck that shit. I'ma get lost on the highway to nowhere. If I don't come back, will they out care? Shit ain't sweet, but it's out fair. Nigga, roll that weed, we'll be out here. Getting lost on the highway to nowhere. If I don't come back, will they out care? Shit ain't sweet, but it's out fair. Nigga, roll that weed, we'll be out here. Getting lost on the highway to nowhere. If I don't come back, will they out care? Shit ain't sweet, but it's out fair. Nigga, roll that weed, we'll be out here. Getting lost on the highway to nowhere. If I don't come back, will they out care? Shit ain't sweet, but it's out fair. Nigga, roll that weed, we'll be out here. Привет, Ир. Как дела? Как дела, как жизнь? Неплохо. Ну, звучит так, как будто ты устала. Но сегодня же пятница. Переезжаешь? Куда, если не секрет? Из одной квартиры в другую или в другой город? Я, ну, потихоньку стал реже стримить. Обзавелся. Девушка появилась у меня в жизни, вот почему я стримить реже стал. В Тверь? О, в Тверь это неплохо. Это, как говорится, небольшой, но смелый шаг. А чё там Лиза это стала перестала петь, что-то в GTA стала играть? Стала обыкновенным стримером твичевским? Как и все? Скатилась? Глючит Twitch пипец? Блин, ну это скорее всего из-за...
Но она поет иногда, когда я прошу, так часто играет теперь. Ну, Twitch это же все-таки игровая площадка. Из-за чего? А, из-за чего стримить реже стал или что? Слушай, а как на тебя посмотреть-то можно, а то я не видел у тебя. Давай, давай уговор. Я хоть и публичная личность, у меня порядка 1000 подписчиков, это, конечно же, мало, но все-таки какая-то публика. Но публичной жизни я особо не люблю. Поэтому и не стримлю с вебкой, да и возможности особой нету. Ты скидываешь свой ВК в чат, я включаю вебку. Баш на баш, как говорится. Не, скинь ВКонтакте. А то вдруг окажется то, что я тебя знаю, ты моя соседка. Я к тебе тогда в гости с чаем приду. Можешь скинуть левак. Но я же знаю то, что ты Ира 94-го года рождения. Из города Торжок. Ты будешь сейчас сидеть создавать фейк? Не, это слишком сложно, забей. Тем более, ты же не такая бесчестная к себе. Чтобы скидывать земляку, а я не помню, как тебя зовут. У меня ж под стримом все написано. Везде есть леваки. Ведешь двойную жизнь. Прикольно. У меня даже сейчас ВКонтакте трансляция идет. Возможно, там качество получше. Вот, пожалуйста, всем привет. Меня зовут Иван, мне 28 лет. Я из маленького провинциального города Торжок. Стримлю в свободное время одиночные мультиплеерные игры. Добро пожаловать на мой канал. Ну что, Ир, ты там создаешь фейк уже или как? Или где? Пока я ВКонтакте переписываюсь. Ты сейчас играть пойду. Сейчас покажу, Вован, в чем фишка игры. Машина едет, ее все обгоняют. Ну что, Ира? Ира? Сразу видно, что человек не силен в Твиче, а также под стримом
У меня есть ссылка на группу ВКонтакте, где в участниках группы ВКонтакте меня можно найти. Не, я тебя не знаю. Иначе я к тебе не приду, к сожалению. Блин, вот тут панацея закрытых профилей, так неинтересно. Хватит показывать машину, это главное меню. Вот вроде удивительно, мир тесен. Как-то мы пересеклись на Твиче с тобой, но живем в городе, в Мухосранске, который можно за час обойти, в котором живет меньше 50 тысяч человек и вообще незнакомые друг другу люди. Заканчиваюсь психотропами. Это концентрация и реакция. Она мне сейчас поможет. Это, конечно, для шутеров лучше. О, Вован. Ну да, можно и на Twitch писать. Вот это мистер Дриди, это, кстати, тоже Вован. Ой, это тоже Вован. Это тоже чел из Старшка. Что за игра Forza Horizon? Гоночки на геймпуде. Блин, реально вот... Это не Steam контроллер. Вот этот вот кусок говна. Как определить, хороший геймпад ты взял или нет? Он должен в руке, в любой, лежать как пистолет. Вот это вот, блять, сука. Я перееду на следующей неделе. Ну что, яйца будем катать или стримить? Блин, еще Диман нарисовался. Диман, переезжай на Twitch тоже. А хотя ты же этот... У тебя ж некроноутбук, он сгорит вообще. Если ты с ВКонтакта на Twitch переедешь. А ты же говоришь, ВКонтакте Вован стримить херня. Не знаю, меня есть не просят. Блин, Вован, я вот с вот этой сранью наебался. Ну, ты тоже принимал в этом участие, так что я тебе прощу часть долга за пропои. Он работает, кстати, на работе. Киповцы припаяли разъем. И плата живая. Так что, Вован, твоими молитвами ты ее не убил. Back, и я тоже. Пытались ее ушатать. Но она живая. И я даже Wi-Fi антенну припаял сам. Не, там капец, там надо было так изъебнуться. Не, Вован ты тоже навряд ли знаешь. Так, это у меня музыка с ВКонтакта играет? Нет, не с ВКонтакта. Ира, пошли в Дейзи. Ира...
массовая аудитория ТикТока. Она оттуда. Ира не геймер. Ира любит смешные короткие видео. Ее как бы привела сюда на Twitch в эту стезю задротов тиктокерши, которая стала задротом по итогу. Да мы как-то играли на стриме, помнишь, там челик по полю бегает, что-то там стрелять в кого-то надо, короче, вот это Дейс. Давно не в ТикТоке, откуда контент потребляешь? Или ты переплываешь постепенно на Twitch в раздел Иро, или как он там теперь называется? Ну, где все сидят, разговаривают. Где мои Порше? X-Ball. Давай мыть голову. Капец, я столько Lamborghini не забирал. Чё их столько понавыпадало-то? Ёпс ты, блин. Чего, LM002 Lamborghini? Нет, ты не только в дурака играешь, ты еще в Among Us играешь. Ну, насколько я знаю. Больше я не знаю. Блин, может Mazda RX-8 поставить? Стоп, это ж магазин, да? Я уже обрадовался, сколько у меня Lamborghini. Прям вообще капец. Короче, игра вышла давно. Тут столько контента, что ёбнешься. У меня проблема Ламбо или Фера. Эль Примеро с огромным хэром. GT 40 есть? Тиман, чё тут только нету? Нет, там обновы, я там не играю больше. А чё так? Обновы это ж наоборот хорошо, новый контент. На площадке с сыном, но это дело хорошее, не всю жизнь в игрушки играть. Это дело благое. Почему он периодически включается, планшет меня это напрягает. Так, хочу автокросс. Короче, вот гонки, вот игры фестиваля. Это, короче, каждую неделю происходят всякие разные события. Их надо задрачивать, проходить, чтобы получать там машины. Вот в этом месяце дают хачироку. Едем дальше. Это выйти на рабочий стол. Температура. Сейчас лето, 16 градусов. Настройки. Там неинтересно. Режим дрона — это чтобы летать и исследовать. Быстрый чат — это быстрый чат, чтобы в гонке отвечать. Сменить машину. Машину можно прям в свободной езде сменить. Уровень всяких разных видов активностей. Вот столько видов гонок и активностей в игре. Едем дальше.
Список игроков, это сколько игроков в сессии, сейчас 63 штуки, можно играть с друзьями, радио вот у меня Моцарт там играет. Вышибалы, это местный батл рояль. Вилспин, к сожалению, показать не могу, но это рулетка, аналог кейсов из Counter-Strike. Есть обычный тип Вилспин, из которого выпадает одна штука, есть супер Вилспин, из которого выпадает три штуки разных редкостей. Центр сообщения сессии, это неинтересно, Horizon Life, это как раз таки сетевая игра. Статистика — это всякая дрочь. Forzation — это тоже дрочь. Звездные карточки — тоже дрочь. Вот, Fortune's Island — это отдельно от Великобритании есть остров, на котором нужно искать сокровища, редкие машины и прочее. Lego Champions — это для 18-минус аудитории игры, типа реальные машины, переделанные в Lego модельки. Вот. Супер 7. Супер 7 — это всякие задротские испытания, там, дрифт, дрэк и прочее. Вот, сетевое приключение — это когда ты ездишь не с искусственным интеллектом, а с реальными игроками. Творческий центр — это где ты создаешь винилы, тюнинги, фотографии, короче, весь контент, который создаешь ты и игроки вот здесь. Вот, можно гонки создавать, что только в душе угодно можешь создавать. Машины — это фестиваль, в котором ты показываешь, там себя выпендриваешься, короче. Соперники — это соревнования с твоими друзьями. Клубы — это там клуб BMW-шников, клуб заднеприводных и прочих, короче. Вот, магазин — это донат, короче, это не надо. Если покупаешь ультимейт издания, то у тебя все есть. У меня ультимейт издания, естественно. Вот, и как бы, вот такая вот большая карта, вот, игра на грани смерти, потому что пятая Forza, следующая часть, выходит уже осенью этого года. Вот, ее выкинули в Steam, и изучать вот эту вот гору контента достаточно интересно. Тюнинг? Тюнинг есть. Кинь заявку, кстати, у меня телефон, можно через него играть. Не, на телефоне можно в мини-дэй сыграть. А Вован хочет, чтобы мы пошли с ним играть в Дейс, а мы начали играть в Форзу, и ему не с кем играть в Дейс, поэтому он зовет всех в Дейс. Вот. Не, просто Вовану, ну, вот Дейс — это такая песочница, Вовану просто нужно на сервере найти человека, с которым они постреляются, а потом такие: брат, да я тебе жопу завяжу, типа, нам было так хреново, мы выживали как могли. Господи Иисусе, я один раз Ctrl-V нажал, кинул заявку, и тут добавилось 6 штук. О! Ты из Никольска, вот, наверное, почему я тебя не знаю. Я-то уже в городе вылупился. В отличие от моих четырех братьев-сестер.
С одним клоном тройством там как бы не совсем один мини-дейз, да? Учить как будешь, кто кого учить будет. Что-то Вован пропал куда-то. Так, надо это дело перекурить и какую-нибудь шоссейную гонку найти. О, Клеп, здорово, когда вам онкас на новой мапе с модами? Надоел ваш Амонкас уже? Не успел это самое разыграться, а он уже надоел. Так, окей. О, купить карту сокровища. Это хрен с ним. Показать, изменить фильтр. Ты в него не играл год. Ну и что, я наигрался. Это так, игры на вечер. Эти все амонкасы. Там надо народ собирать туда-сюда. В амонкас недавно играл. Я уж не помню, когда я в него играл. Я могу посмотреть. У меня даже обновление не скачано. Последний запуск 19 января. Ну, да, недавно. Относительно. Так, сейчас приду.
gets tough, keep composed. Timeless FM. Там теперь в чате нельзя писать, только сообщения те, что предложены. Давай, Ир, тебе тоже удачи. С переездом, со всеми делами. Ну сейчас кто-нибудь подключится рано или поздно. Надо только в Discord написать «го», и народ подтянется. Кстати, надо на Твиче немножко название поменять. Розыгрыш геймпас на 14 дней при достижении 500 фолловеров на канале. Эц? Все? Сломалась Форза? Да, я создал для нее идеальные условия для вылета. Discord, OBS. Все программы, которые она не любит. А чё за у тебя за аватарка вот на этом самом? Фига, чё вебка так нагревается, капец. За мной следят, что ли? Ну какая-то белый глобус на синем фоне. Ну у меня в чате как минимум пишет. А, учить играть в Days, как будет, Вован. Здорово, Вован. Здорово. Я пытаюсь зайти, что-то со стримом это получается с еще большими. А, ты стрим наладить на Форзу хочешь? Топорность. Я видел, ты. Да. Ты что-то там про какую-то бабу говорил, что-то кому-то. Да там. Там, короче, долгая история. Мне предложили посмотреть одну тиктокершу на Твиче, она пела. Вот. И там в чате была Ира добрая. И вот этот тиктокерша спрашивает, типа, а кто откуда? И Ира пишет, короче, типа, то, что я из Ташка. И я пишу, типа, такой, о, нифига себе земелья. Ага. Вот. Санта-Барбара? Да не Санта-Барбара, мир тесен. Вот. Что самое забавное, вот она в ВК сейчас свой скинула. И это... Я её вообще не знаю. Несмотря на то, что в нашем Мухосранске живет меньше 50 тысяч человек, тут каждый друг друга знает практически. Ну, если... Я знаю Абдуиру этих лет где-то 100%. Я алкоголик.
Если не это самое. Если не в лицо, то через знакомого, а если не через знакомого, то через знакомого знакомого, все друг друга знают. Короче, это самое, там ежедневное задание вроде какое-то должно начаться новое. Ну, и нет. Как я понял, каждый день нужно это ежедневное задание выполнять, чтобы у тебя 100% было. Короче, смотри, вот в игры фестиваля заходишь, вот, и чтобы получить хачироку Toyota Truena, вот, AE86, нужно выполнить сезон. Не, 80%. Сезон на 80%, не на 100%. Но, смотри, но мы уже, ну, то есть, это весь год... Это выполнится, нет. Я уверен в этом. Ну, а зачем тебе 100% за месяц? Просто для удовлетворения. Если ты можешь выполнять, снимать по 80% за сезон года, вот, и в итоге получить главную награду фестиваля месяца. Не, ну это понятно, я говорю для самоудовлетворения просто. Понятно, что не надо все пытаться. Но это чисто задротская такая хуйня. У меня как вот я в Трайн играл, решил ачивку все получить, так и сезон хотел на 100 закрыть. Ну это ж не ачивки. Но это да. Но чтоб в Форзе все ачивки получить, это, блядь, я хуй знает. Это нужно вообще не работать нигде, наверное. И это самое... И прям задротить. Там это будет сложно. Не вижу смысла брать 100%. Люди, которые хотят его взять, они странные. Смотри, крутой поворот. Продемонстрируйся шейткарную технику дрифт или дрифт на ручнике 3 раза. Продемонстрируйся. Да те же самые делики остались. А, стартует через 2. Идеальную технику на хвосте 1. А, подожди. А, вот сегодня крутой поворот. Близкие контакты запрещено. Завтра будет продемонстрировать... Смузи. Сейчас смузи крутой завтра. Поворот. Сегодня крутой поворот, да, завтра смузи. Технику, кстати, вообще в легкую. Вот прямо сейчас ее буду делать. Кстати, это, подключай меня тогда. Себе. Ну, потом расскажешь как, потому что именно по деликам я угорать что-то вообще не вижу смысла, потому что еще это самое. Давай. Сейчас вот. Я как раз... Что-то у меня в окошке Windows 10 нет никто. Где в управлении? А где, по какому ты с ним разговаривал-то? С Владом? Влад. Через Twitch? Да. Кинул инвите. Вижу. Блин, почему у меня компаньон еще? Сессия не существует, вы не можете присоединиться. Да, попробую еще раз. Чего у тебя не существует? Блин, вот зачем мне этот компаньон установил Xbox? А, тут все... Но я тебя не вижу, кстати, в списке этих, кому можно присоединиться. Но у меня все это самое в Steam, я в сети, в Microsoft в сети. Во, подожди. Во, вроде все. Сейчас. Должен у тебя появиться скоро. Я-то пока просто хочу, ну, я выполняю сезоны, как бы, но именно на призы. Вот. Я хочу именно сейчас контент потреблять. Который вышел за то время, пока тебя не было в Horizon. За, блин, какого на 16 или 17 года вроде. Да, весь контент за 3 года переварить, короче. В ближайшее время. А потом уже понять, стоит ли это все задрачивание или нет. Нет, так ты... Это самое... Не, ну чисто по фану всякие там дружеские покатушки стоит. Как бы, почему нет? Пока сервера работают, все нормально. Ну, да. Ну, относительно нормально. Насчет мультиплатформы. Сносно, я бы сказал. Да. Так что я вот всякие гоночки, автокроссы прохожу.
такую вот. Я сейчас через час к Вовану пойду. Чё через час? К Вовану пойду. А чё он там будет? Он меня флешку просил занести. Угу. У него что-то с компом там, он тебе не говорил ничего? Ну он же эту серверную материнку двухголовую хочет. Это самое. Стартануть. Ну винду, естественно, хочет мне накатить все дела. И, блядь, и вот он занялся этим делом, и у него даже флешки нет. Как так? Так и он хочет мою музыку всю стереть, которая у меня в машине, на флешке. Ну, это хорошо, там в твоей машине кончится блэк. Может, ты потом что-нибудь туда накидаешь нормального. Уж поверь, там блэк точно не кончится. Ну, хотя бы так, будет надо... что-то помимо блэка. Ну, да, накачай что-нибудь еще, помимо блэка. Так что, так эти так покататься пока часик? Они задрачивают делики всякие. Там еще 6 дней. Не, ну, сейчас, подожди, я хоть этот дрифт пройду, сейчас дрифтовую выйду, и давай поедем кататься. И ты тоже, тебе тоже надо дрифт. Да, дрифтовую не обязательно, у меня уже 79% и 43% на 2 сезона. Этого более чем достаточно, на 3% больше. Ну все равно, там 20 этих Forza Point или как они дают за дневной. Так, производитель Хуниган, Джимхана, Хуникорн. Блин, у меня Toyota, где моя Toyota? Да, она ближе к жопе вообще у них. Триумф. У тебя, кстати, есть триумф? Так, технику дрифт на ручнике 3 раза. 2. Блять. 3. 4. Все? Че, сделал? Не знаю. Я вот только выбрал ее. Продемонстрируйте шикарную технику дрифт. Или дрифт или дрифт на ручнике. Это ты типа пиздато в поворот должен войти, ну, как бы, в дрифте. Так у меня вот отличный дрифт, шикарный дрифт. Отличная, ну, значит, техника, все, дрифт, все. Техника, дрифт. Ну, значит, ты прошел. Нет, меня не засчитывают. Просто я взял машину, которая ничего, кроме дрифтить, не умеет. Нет, оно, там должно писать отличная техника именно. Нет, там написано дрифт или отличная техника дрифт. А. Ну, то есть обычный, либо отличный. А, дрифт или дрифт на ручнике. А, шикарную технику дрифт или дрифт на ручнике. Шикарную, точно, да-да-да. Во, шикарная техника, один раз есть. Это ты типа на большой поворот залетел на какой-то? Да-да-да, на затяжной. Замер. Ну, о, редкий. Шикарная дрифт на ручнике. Ну-ка, засчитал. Во. 2 из 3. Я сейчас буду просто по кольцу здесь угорать. Идеальная даже у меня техника была сейчас в дрифте. О, завершено, крутой поворот. Все. Так. Это я гляну. Осень, сезон завершен на 80%. Дейлик дает тебе 1%, Коль. Да, да, 1%. Это ты каждый день по этому проценту должен выполнять, чтобы на 100 закрыть сезон. Помимо всех остальных. А я им вулкан открылся.
Точно. Астон Мартин. Все, у меня тоже завершено. Получил Астон Мартин? Какой? У меня их много, Астон Мартин. Ну сейчас за 80%, или у тебя нет 80%? А, у меня вчера еще было 80%. Бля, походу дело получил. Форзу с Твичом будет сложно подружить. Я вылетел сейчас. Точнее, Форзу с Убрисом. А, вижу. Вот ты только у меня в Стиме входишь. Значок. Ты вообще так-то поодиночке много гонок проходил? Ну, чисто когда? Я работаю, я, наверное... прихожу с работы и с кем-то играю. А так я проходил все в обучении, по факту. Ну, как сказать, на фестивале, да, ну, до сезонного пропуска. Так что у меня где-то... 90% пройденного контента это в пате. Не, я еще могу как-то один-два часа, потому что у меня есть только... Куча большая. Ну, входи, короче, приглашай и выбирай, что трассы, чтобы это повеселее было. Так слышь, это, что насчет леса-то? Не знаю. Вован в деревню уезжает. Я к нему сегодня пойду, может, он и поедет. Он говорит, типа, навряд ли. Типа там, ну ему никто ничего не говорит, типа ему Настя сказала то, что типа вот на субботу-воскресенье. Ну, может и действительно уедет, но не факт, я тебе скажу. Не всегда у них так получается. Он частенько говорит, что они уезжают, но... Не всегда. Я вот себе этого взял. Страйка. У меня зарплата сегодня была. Последняя вот эта вот средняя или минималка, типа, испытательная? Ну, минималка это испытательная. А чё толку-то? Вот повысить, ну повысить её. Не намного же повысить. Так а тебе не говорили то, что, типа, ты там это... Чё? Будешь там на повышение квалификации или на разряд, что-то, что... Ну, нормально. Блин, Бано, это вообще, это очень такой интересная тема, интересный диалог, она требует непосредственного присутствия. Ну, понятно. Там очень много деталей. Короче, я беру S1 Кайман. Чтобы у меня S1 куда? За сегодня заебал, я его больше... Ты куда? Шоссейные гонки, ну, шоссейные всякие гонки проходить. Кольца, спринты. Так давай хоть возьмем, это, войдем в сессию эту в одну. Хотя бы для начала. Играть по сети, присоединиться к Ника. Вот, и у меня теперь хотя бы в друзьях есть. Присоединяется. Короче, теперь у Стима со Стимом такие же болезни, как у Стима с Microsoft, мне кажется. Слышь, а ты знал, что можно к чуваку подъехать и пригласить его в свою колонну? Ну да. Вот сейчас чувак стоит рядом со мной, я его могу пригласить, вот получается, в колонну, к нам. Можно пригласить, типа это... Перекинь эту вообще... лидерку. Так это ладно, меня какие-то иксбоксеры, я сижу, и мне приходит уведомление в геймбаре, типа, меня какие-то иксбоксеры приглашают в свою пати, типа, вот. И там 8 польских школьников сидят в голосовом чате этого иксбокса.
И такие что-то там. Ля-ля-ля-ля-ля. Я такой, чё, блядь? Ага. И ливнул оттуда. О, у меня стало рисовать синюю траекторию, куда ехать. Теперь не обязательно на мини-карту смотреть, в какой поворот поворачивать. Чё там ты указал? Чё говоришь? Не-не, я говорю, чё ты там указал. Ну так, сам для себя говорю. А, шоссе. Ну, а, ну ты относительно рядом. Еще можно что было телепортироваться, но я 6600 зажал. Че а ты так... по дорогам ты ездишь, блин, давай это самое. Потому что у меня КМНС. Пофиг, я на ламбе хуярю на Венера по лесам. Если скорость большая и в деревья не врезаешься, то можно проскочить. Ну, такое себе. Ладно, если бы кроссовая машина была. Там как-то поприятнее все это. Я чем? Вот после вчерашнего, я вчера что-то дропнулся и хуй забил, потом вышел уже. И это самое. Посмотрел гайд, короче, поэтому. ТС-1 взял? Я... У меня приглашение ну, у нет вообще. У тебя есть С1? Че, С1 класс? У меня нет приглашения сейчас в гонку. Не, вообще, какие у тебя тачки есть? Блин, тебе что, короче, сейчас перечислять? Нет. Короче, у меня шоссейные есть С1, А, Б, А, С1, А. Ну, короче, на Верочку возьму А. Вдруг у тебя С1 нет. Или Б взять. Да, не... Да, чё... Блин, я Б не прокачивал по максимуму, башки вроде даже не... Да, неважно, сколько там очков, типа... Я сейчас ботов до средних скручу и все. Так, типа, попроходить. Ну, давай. Блин, чё от меня этот, блядь, хочет? Лотус катается вокруг меня. Бокси-куб хочет присоединиться к вашей колонии. Слышь, это вокруг меня катается. Чтобы присоединиться к вашей колонии, X для приглашения. Возьмешь его? Пошел нахуй, блядь. Он рядом со мной катается. Этот придурок. Он будет нам руинить гонки, будет брать все как говно. Ну, не хочешь, как хочешь. Ну, прикол в том, то, что если бы его можно было бы кикнуть, нам придется колонну пересоздавать, это лишний геморрой. Ну, чтобы, ладно, чтобы его набрить. Блин, у меня из А-класса только Альфа Ромео, две ТТ-хи и все. Короче, возьму Мазду Миату Б-класс. Ладно, главное вторым-третьим прийти, или вторым-четвертым, или третьим-четвертым. Так, а вот тут интересно с выбором. Чё ты взял, какой класс? Б. У меня Б вообще нет вариантов. Я А беру. Ну, бери А, поедем в мультикласс. А ты тоже постепенно забираешь тачки бесплатные из автосалона? В смысле постепенно? Ну, я типа каждый вечер там от 1 до 5 машин бесплатных из дополнений забираю из автосалона, чтобы не захламлять. Хотя у меня уже 160 с чем-то машин. Ага. Не, я не забирал. А, понял тебя. Типа там в автосалон заходишь, и там типа бесплатно. Это да. Преимущество этой версии. Ультимейта. Нет, у меня там есть, кстати, еще бесплатно, еще забирал все. Ну вот чтоб у тебя разные классы были, надо все позабирать. Видишь, типа, мультикласс делят пополам. Типа, ты будешь гоняться с Сашками, я с Бэшками.
блин, оставил. Ты соперников снизил или оставил опыт? Я снизил до среднего. А, у меня полная траектория включилась, походу, или что это? Вано, мне кажется, ты нифига не снизил. Помощь, потому что они улепетывают от меня. Я снизил до среднего. Блин, я эти все отключил. Антипробуксовочные системы. Я смотрю, что машина прям как-то странно ведет себя. Ну я Б-класс свой обогнал почти один челик. Передо мной тут. Не, я вот только-только после старта, после стартового обгона группы одного чела смог обогнать. Пока что. А, ну все. Все, что-то они как-то легко меня пропустили. Сейчас уже. У меня какой-то Porsche, я уж не помню, стоковый. MX-5 в последнем кузове стоковый. Не помню, сейчас на финише посмотрю. Покажу. Carrera S у тебя, скорее всего. Если ты цвет не менял. Красный у меня Porsche. Да ёпта, всё, расхуярило нахуй! Чё? Да меня занесло, люто. Я тут без АБС и без курсовой устойчивости еду. Ну а мне пришлось и Y нажимать. Без АБС и ESP. Ну мы должны выиграть, по идее. У нас по 500. Ну... Я уж точно А-класс не обгоню. Тем более за 5% до финиша. Нет, нет, мы проебали воно. 50 очков мы проебали. Из-за моего косяка в конце. Я заруинил, короче. А, за первое место же дают 50 дополнительных очков. Да. Давай еще раз. У тебя будет... А, нет, мы же выйдем. Сессию. Нажимай еще раз ее. Че? Пожалуй, я тогда тоже А-класс возьму. Давай. Знаешь, в чем преимущество одиночной игры? В том, что ты всегда можешь перемотать. Да. Да какая карта? Вот когда не надо, она вылазит. Когда надо, блядь, не вылазит. Не хочу я карту, я хочу сам все открывать. Ладно, блядь, сейчас... Еще тоже путаешь кнопки, что ли? Нет, на игры либо поставить групповую метку, либо открыть карту. Да. Вот.
Эскалонна развалилась, что ли? Не-не, у меня пишет и по бок подбирает игроков. Куда? Для колонны. У меня поиск сессии Horizon Life и все. Что так все хуёво становится? Создает сетевую сессию ты. Так, BS в КЛ, управление, симуляция, обычная легкая поддержка. BS в КЛ, ABS выкл. Эти прогубок солнечной системы в КЛ. Ты что, в гараже что ли? Устойчивость и траектория движения, только торможение, повреждение, износ шин, косметическая, перемотка. Слышь, ну ты что, в этом? Нет, гараже? В настройках. А. В настройках сложности. На меня должно было в твою колонну закинуть, но я почему-то ее не вижу. Не в сессии подожди, лидера. Все, все, я присоединяюсь. Вот только пришло. А у тебя без АБС было? Ну да. Стой, СТМ у меня было выключено до этого. Horizon, кстати, отличный вариант поездить за рулем по пьяни. Ну такое себе. Предлагаешь в следующий раз, когда у тебя сидеть будем, руль к тебе привезти? Не знаю, можно. Так, хз. Тебе не к чему коробку прикручивать. Если ту табуретку присверливать к полу. Чтобы она была справа от кресла, так, ну знаешь, как в реале, типа на уровне бедра, а не на уровне столешницы. Так, моя колонна. А-класс, значит, да? Блин, ну у меня две ТТ-хи, Альфа Ромео и... И все. Короче, возьму Альфа Ромео. Какая-то Альфа Ромео, похоже, смесь Лотоса и Феррари. Какой-то выкидыш Лотоса и Феррари. Ты чё взял-то? Альфа Ромео. Сейчас увидишь. Блин, я еще наушники не заряжал. Не смотрел, сколько там заряда. Тут всякие... на своих баварских ведрах. Блин, это длинный такой. Ну, достаточно длинный. Ничего себе, блядь, там черный едет какой-то за тобой.
Тихо. БМВшник бодаться хочет со мной. Блин, ну Альфа Ромео приятно едет. У них звук приятный, я ездил, мне двигатель понравился там, как звучит. Ну такое. Нормальное. Какой-то что-то между самолетом и мотоциклом. Но эти ребята из Альфа Ромео хотя бы культ создали своей марки. У них все свое. Так, давай, Эйфелян, исполняй поаккуратней. Этот бот и нервничает. Ты ж там далеко вроде. Че, видишь? Я прям за тобой еду. Капец, нет, какая... там между нами тип какой-то. Ну вот, пока я тебя пропускал вперед с твоими исполнениями, он меня обогнал. Четвертая передача долгая, прям у Альфа. Не, ну вот раз как-то легко, даже слишком. Понакатанный. Я по звуку определил, с какой стороны меня обгоняют. Ёбана! Пропустил точку, Вано. Ты должен первым быть. Сглазил я, короче, все. Без вариантов. Ну, первым не получится. Фигово. А, нет, все нормально. Блять, опять я перед финишем чуть не зарынил все. И реально через перед самым финишем. Это, видимо, страйк дает о себе знать. Так, надо что-нибудь приглядеть, наверное, на класс еще. Чё, короче, я им А-класс крутить? Не, тут дофига А-классов, но, видимо, в той гонке можно было взять. Да, определённый только. У меня-то тоже дофига А-классов. Ну, гол дальше А-класс выбирать тогда разный. Так, чё тут поблизости есть? Блин, автокроссов пооткрывалось дофига. Не хочешь автокросс? Вано, выбирай, что хочешь. Просто их прям реально дофига что-то вылуплялось. Во, маршрут для группы тех появился, а не карта сокровищ. Невозможно подключиться к сессии, чтобы получить помощь, посетите. Чё, опять все сломалось? Подожди. Чё за дерьмо? Да, сломалось походу опять что-то.
Блин, не было же такого, такой хуйни. Ну вот, новые косяки. Ты еще раз? Нет, оно не могу принять. Невозможно подключиться к сессии. Нажмите там для просмотра диагностики. Где? Ты подожди, ты... После того, как мы приедем, нас ведь, наверное, походу раскидывает. Надо подождать немного, чтобы вы соединились. Опять невозможно. Что, погоди, покинуть колонну, пригласить друзей. У меня тоже пишет, что ты покидаешь колонну. Подождать надо было, Ваня, просто, а не так резко начинать. В смысле? Я в свободной езде до сих пор. Я не начинал ничего. А-а-а. Видишь, и не с первого раза открываются друзья в этом... в форсе. Да ладно, невозможно подключиться, чё за дерьмо? Ну-ка, да я попробую к себе подключиться. Попробуй. Ты вообще в сессию можешь в какую-то зайти? Нажми типа присоединиться. А, во, присоединиться к игре Ника. Во, у меня ты появился сразу, сходу. Ну короче, выбирай там что-нибудь, я под тебя буду подстраиваться. Просто говори класс перед началом гонки. Мне вообще мне тут рядом, гонки. Слышь, Духолец, высокогорный рейс. Но тут не пишут, что там. Не, ну ты же в гонках, где требований нет, сам выбираешь класс. Чё будем? А, Д, С1 тут можно. Да без разницы. Ну выбирай, говори просто класс. Ага, сейчас скажу. Подожди. Давай. Ну давай С1 попробуем. Я вот на этой Моно 2014 бак ни разу не ездил. Угу. С1 900. Да там сколько очков, не важно, главное это. Там разные же боты будут. Не, просто испробовать автомобиль хоть. Там уже вот эта разница в очках, она зависит от прямоты рук как раз таки. Высокогорный рейс. Что-то какой-то там дичь принял. Это Духолец. Я даже не знаю, что взять. С1, Вань, бери С1 900. Ну, я взял 900 С1. Бля, у меня дохера С1. Я не успел выбрать. Ну, ё-моё, чё ты? Поеду на Лотосе. Да ты меня смущаешь своим 900? Там неважно, 900, не 900. Там боты, у них разный вообще этот, ну, показатель. Ну, ты мог Б, С взять, чё? Рандомно. Я просто говорю, ты же меня просил сказать, что я возьму. Ну, какой я класс? Сказал. Ну, не обязательно количество цифр говорить. Ладно, не буду говорить. Просто это вводит в сомнение, типа, я там выбираю какую машину, а ты 900, 900, 900, ты такой, бля, в итоге нихуя не выбрал. Придется со всякими боржами. Ты наш. Мой 4C. А я испробую этот баг. Каков он? Ну, пожалуйста, ты будешь с лего машинкой гоняться. Блин, что-то он уже на старте фиговый как-то не показался.
Блин, ночь, дождь, еще контрольные точки в виде дыма. Лошейте, да? Обычные, типа, блять, все, это пизда, этот автомобиль пиздец. А, еще неплохо было бы говорить, какой тип гонок ты выбираешь, это что такое? Спринт? Духолец. А, типа стратрейсинг. Понял. Бля, меня баджа обгоняет. Так вот, Духолец, как я понял, они вот эти, ну, контрольные точки в виде огней именно в духе улиц. Ну, типа стритрейсерские гонки. Да, да. Это на чем основывается последний Need for Speed, я забыл, как он, хит. Типа, днем ты спортивный гонщик, а ночью, типа, стритрейсер. Mm-hmm. Типа, тут то же самое, помимо того, что ты там участвуешь в фестивалях, во всяких соревнованиях, ты еще угораешь по всякой этой стритрейсерской теме. Да, я не пойму, что я скорость не чувствую, у меня ближняя камера стоит. Не, Вано, этот баг, он какой-то не такой. Каким ты его представлял? Он заднеприводный, и в дождь ему хуёво, видимо. Блять, опять меня сбил! Встреч! Бля, ну, всё, походу я всё заруинил. Я на Альфа Ромео заднеприводный нормально себя чувствую. Есть, конечно, вот казус с вот этим мостом. Все, я тут в горку не верну. Минус гонка. Давай, нахуй, выходим тогда из заезда. Ну, скипай. Тут смысла нет продолжать. Так, дух улиц S1, все запомнил. Сейчас мой выбор будет быстрее. Давай, я баг тогда нахуй этот, надо его прокачивать по-нормальному как-то, либо вообще не использовать. Ну что, тот же дух выбирать? Ну да. Все, я еду туда. Кстати, я тебе его сейчас укажу на всякий случай. Может, ты... Чтоб мне не скучно было ездить. Да. Нет, я тебе не могу указать, потому что Y не работает, потому что колонны, видимо, нет у нас еще. Сессия для колонны Horizon Wave готова, подключение к сессии. Вот это только появилось. Вот сейчас. Да. Еще есть подозрение, то, что они подушатали сервера. То, что онлайн просел, типа там подосвободили сервера для какой-нибудь другой игры. И это самое. А-а-а. Из-за этого не ожидали то, что 24к со стима залетит, и сервера из-за этого болели. Да нет, они должны ожидать, они должны знать, что со стима залетят люди. Ты чё? Угу. Это ж стим, блять, это не какой-нибудь эпик там. Ну, типа, может, мало народу добавляло в желаемое, там, делало предзаказы в стиме. Статисты, значит, хуёвые. Ну, они такие, третьи лица в игровых компаниях. Выбирай. Так, у меня ещё пока выбора нету. Слушай, на Вулканы я еще не ездил. Возьму-ка я Вулкан АМР Про Астон Мартин. Это тоже гиперкар. Ну, у меня пока ничего. Вот заезд. Так, присоединиться. Сколько там? 15 секунд дают на выбор машины? Да. Я почему-то слышу таймер, но не вижу. Блять, что такое? Она должна была быть в стоковой раскраске.
Блин, слушай, я, кстати, не думал, что Aston Martin делают такие, типа, супергоночные авто, ну, по типу Ferrari, Lambo. Никогда что-то как-то не знал об этом. Блять, ночь, дождь, это, видимо, фишка этой гонки. Потому что мы сейчас съехали, было ясно. И дождя не было. Фишка гонки, ну, походу. Вон, видишь, я сменил костюм и эмоцию. Ну да. Подготовился к стриму на Твиче. Ох, чую, сейчас будет задница на этих S1 в дождь. Если не получится, то возьмем А тогда. Уже какой-то трэш происходит. Бля, Колян. Чё, я не виноват, это дерьмо происходит на дорогах. У нас все впереди, еще 80% спринта. Да, там главное... какими-то пачками челы оторвались. Главное сконцентрироваться. Ну ёпта! Блять! Что-то как-то не получается сконцентрироваться. Мы уже 60% прошли, Иван. Ну тут видишь, надо на старте, типа, выигрывать позиции. Чтобы потом не тошнить. Блять, ну давай перезапустим, Б выберем. Давай уже доедем и перезапустим. Чука. Чтобы трассу хоть один раз проехать. Да. Блять, пропущена контрольная точка. Да в смысле, я перематываюсь на тот момент, где я пропускаю контрольную точку. Чё за бред, блять? Бля, мне кажется, дождь пиздец влияет. Ну да, надо брать полный привод какой-то. Мне на моем Венера не дают здесь ездить. У меня его нет в списке. Я бы на нем показал бы им всем. Он полноприводный, пиздатый. Ну, видимо, там ограничения какие-то. Я из-за этого дождя под конец дохуя всего проебал. Ну как от середины, как в начале не задалось. Пиздец, хуя, мы уже второй раз гонку проходим одну и ту же. И не можем пройти обычную одиночную гонку. А, слушай, у меня же опытные. Ну, все, да. Вано. Все, надо понизить. Подожди. Те же тачки можно выбрать и просто сейчас опустить их до средних. Блин, ну чё-то я хуй знает. Чё? Да нет, запускай. Чё, что-нибудь придумаю. Слышь? Мне показывает, что она пройдена. Ну так как бы ты ее не прошел, она показываться будет, что она пройдена. Там же не важный результат, типа позиция, там время. На рекорд идет.
Потом тебе придет уведомление, там то, что Миша Данилов трахнул тебя на 10 секунд. В такой-то гонке. Сейчас я хоть сразу. Блин, слышишь, у меня Рено какой-то Клио пишет, что я выиграл. Хотя я ни во что не играл сейчас. Может, уровень получил. А, может. Все, сложность я ставлю средний. Окей. И еду на ту же гонку. Чего? Чё? Не, мне показалось, как будто ты поржал сейчас над чем-то. Не, я сижу молчу. Я эти катаюсь, фаст-тревел собираю. Жду, пока ты там что-нибудь замутишь. Все, выбираю тот же Астон Мартин. Только соперники теперь неопытные, а средние. Или надо было просто выше среднего сделать? Блин, ну да, тут с одной стороны Форза позиционирует себя как такая для всех гонка аркадная, легкая, но с другой стороны тут каждую машину, блин, нужно задрачивать. Да. Такая, ну, поэтому это и есть не симулятор, не аркада, а аркадный автосимулятор. Типа хочется тебе просто на диване перед телеком почилить, чиль. Хочешь там пострадать на хардкоре, страдай. Универсальная гонка, я бы так сказал. Блять! Хуя ты взял X? Бля, сорян, Колян, мой косяк, я забыл класс переставить. Да и хрен с ним, значит, ты первым придешь. Не факт. Это же, блядь, утюг, нахуй, который только вперед едет. Ваня, я на Венеру нормально езжу. Тем более еще и в дождь, блядь, вот это вот удержать, блядь. Да ладно, они средние. Они-то средние, но, блядь, у меня повышенная сложность из-за этой венерической хуйни. Видишь, блядь, я ни один поворот сейчас не соберу. Какие чекпоинты, нахуй, о чем? Блядь. Да что? Ну ёбана, ты тачку здесь на дороге развалил. Блядь! Все. Они тут устроили на дороге трэш. Ну, вот это ты говоришь. Собака сутулая. Все, это пиздец. Слышь? Какая-то хуйня. Не, это просто тип гонки не для S1 класса, блядь, чекпоинт.
Блять, я себя сравниваю с биатлонистом из испанской команды. В смысле? Который собирает флажки? Нет, который на последнем месте всегда плетется, и которого вообще снимают с гонки, потому что он два круга проебывает. Потому что в Испании снега нет, но они хотят соревноваться в биатлоне. Да. Не, ну тут еще мой косяк. Хотя вон там он пятым приехал, этот X-класс на ультиме 10-20. Так, что, пересаживаемся на А-класс, чтобы упростить себе задачу входа в поворот. Ну, давай, давай для на А сядем. А потом, не, блядь, опять проебываем чекпоинты, давай на Б. Вилл спин мне дали. Блин, они бы писали бы хоть, может, там марки определенные или что там, или как они их там, приводы там, передние, задние. Так пишут. Слева, так... снизу, характеристики машины. На... Нет, на карте я имею в виду гонку. А зачем? Вот это вот, дух улиц. Ты в свободе выбора. Чтоб я был готов конкретно, что выбрать. Так ты выбираешь, и боты подстраиваются под тебя. Да что-то не особо заметно, что они подстраиваются под меня. Ну, в плане класса. Ну, в плане класса-то да. А так-то... все равно фигово. Бля, Миха 229 км в час на этом радаре положил, на 5 больше, чем я. Ну-ка, на чем он это сделал? Посмотреть список лидеров. Пагани Зонда ФЕ, блядь, ну читер. Это Италия. Я вообще из-за него на пятом месте. Среди друзей. А я на каком там? На втором. 234. Офигеть. Влад 231, Ваня 246. И еще хуй знает, как там Ваня на сене все это сделал. Видимо, сборку какую-то удачную нашел. Ну так. Что тут у меня из А такого есть пиздевого? М5 Forza Edition. Ну, Forza Edition, это я так понял, как премиум танки в World of Tanks. Те же танки, только немного бафнутые, типа.
Слушай, а ну-ка, возьму-ка я джипика вот этого маленького своего. Вот. Серьезно? Да. Так, фильтр, аквас, первая полноприводная, что попадется в аквасе. Все-таки дождь. Бля, он на шоссейке или на чем? На шоссейке. Гранд Чироки суперчаржит, ёпта. Я на правнуке твоего джипа поеду. Подожди. Сейчас будет детка, детка, фотка типа дед с правнуком. FJ Cruiser это вообще древняя хуйня тойотовская. О, джиповская, не тойотовская, а джиповская. Бентли, Бентьяго. Трек Хоук. Ёпта, уже за забор сразу поехал. Бля, Колян, что-то твой дед оставляет желать лучшего. А вот что за трэш в этом первом повороте? Алло? Да-да-да. Ты чё там? Чё, меня вытолкнули за чекпоинт? Чего, ну, я смотрю, ты там нормально себя чувствуешь. Ну, я бы не сказал, я сейчас на боку лежу за дорогой. И меня не хотят восстанавливать. Это фигово. Ты видел меня? Нет. Что я там валялся? Да ёпта, опять чекпоинт пропустил. Ты меня ёбнул, я еще один раз чекпоинт пропустил. Вань, ты нафига это сделал? В смысле ёбнул? Я прозрачный еду уже секунд 15. Ага, прозрачный, я до сих пор его не могу проехать, блядь. Так ты не это самое, не нажимай перемотку, подожди, пока таймер кончится и тебя поставят в этот чекпоинт. Слышь, странное дерьмо какое-то. В смысле? Мы, блядь, гонку проехать не можем. Да не, нормально. Так 85% уже пиздец. Зато смотри, как будто уверенно едут.
Нет, тут тяжелую, ну, внедорожную технику брать не стоит. А, здесь надо раллийные что-то брать. На стритрейсерский спринт раллийные что-то. А, окей. Ну, мне так кажется. По крайней мере, сейчас. Блин, жаль, тут лянчую нельзя. Или можно? Может, я не дошел до нее? Может, она не в аквасе. Я, блин, на лянчу всех бы зафигачил бы. Фига вот так, если подумать, по гражданке, как обычный джипик такой мелкий может разгоняться до 245. Ну, типа, как у вас Хантер может за 4 секунды до сотки разогнаться? Путем дикого корчевания. Где фаст тревел это еще здесь есть? Так, где моя лянча? Лансия, где? Во! Все, воно! Я взял свою лянчу. А какого она класса? А-800. Угу. Так, по той же методике что-то полноприводное. В А-классе. Бля, у обычной ТТ-хи звук попизже, чем у ТТС. ТТС гибрид, что ли? А, это ТТРС, а там ТТС. Она ТТС более гражданская? Типа ТТС... Мне кажется, наоборот. ТТ спорт, а ТТРС ТТ рейсинг спорт. Типа более окольцованная. Сам додумывай. Да не, каждый производитель на своей марке вот эти RS, потом GT, RT, SRV, VRS, блять, лепят, что хотят. GTC, да, как у меня было? Ну, Gran Turismo Sport. А, нет, у тебя не S, а C. Gran Turismo. C, у меня C. Gran Turismo Club какой-нибудь. Идеология машины, типа, отображается в этих буквах. Да ладно! Первый же чекпоинт, и я пропустил его? Колян, соберись. Сейчас попытаюсь. Я на стоковой ТТХе явно тут результат не покажу. Да потому что они сейчас тут бойни на дороге опять устроят. Не, ну мы тут поворот проехали, где они это... дичь творили.
Блять. Фу, главное, чекпоинт не проебал. Я бы больше проебал, если бы проебал чекпоинт. Вано, перемещайся там повыше. Легко сказать, видишь, у кого она от меня оторвалась. Типа они там едут группой. У тебя еще драйватар сзади поджимает. Блять, я с моста ебанулся. Как же? А вот так. Посмотрел на драйватар, который меня сзади поджимает. Вот если бы мы с тобой ехали вместе рядом, вот где-то 5-6 место, все бы зашлось. Наверное. А сейчас не зачтется. 2 по 500 бы было бы где-нибудь. Ну, вот я сейчас думал, мало ли я не применил сложность. У меня стоит средний. А мы с тобой не можем, блядь. Что за хуйня? Так тут сложность не в ботах, сложность в попадании в чекпоинты. Чё там, кто у тебя? Ну-ка, дай-ка я ТТ-ху докручу, да, 800 тоже. Ты ж на ленче даришь на сайт, даришь? Или как? Как она? Колён! Колён! Колян, блядь. Ну-ну. Алло. Знаешь что? Ну. Мне Вован сейчас звонил. И чё? А почему из Дискорда выкидывают из группы, когда тебе человек звонит? Ну, потому что ты переходишь в личный звонок. Ну, всё равно. Ну, а почему обратно не вкидывает тогда? Ну, потому что ты покинул, типа, ну, перешёл из этой... Ну, но это как-то неправильно. Из сервера в личный звонок. Ну, это как, это типа, WhatsApp на телефоне. Короче, это, сейчас скоро идти надо к нему. Надо эту гонку пройти. Я докрутил ТТ-ху до 800. Вован там, кстати, подпевает. Ну, у Настя в ночь. А ты завтра до обеда, ты говорил, до 12, да? Ну да. Чё ты Джамаль, кстати, Джамаль, если чё, если Джамаль согласится, то поедем. Если нет, то чё вдвоём-то? Ну... Не весело особо будет.
Я думал, ты предложишь сейчас к Вовану сходить пивка попить. А, давай, давай. Ёпта, я за только. Давай, окей. Что за это? Слышь, я даже об этом не подумал сейчас. Бля, мы придем, и он будет хвастаться, какой он пиздатый в DayZ. Только если что, я тебе этого не говорил. Надо как-то... Окей, без вопросов. Надо как-то его утешить, то, что типа это... То, что мы с ним не играем, кинули его. Не, Вано, это ваши там дезовские дела. Я даже не знаю, что у вас там варится, творится, так что... Вот, зря. Так что это самое. Ну что, подойдешь, подождешь меня, тогда вместе пойдем. Ну давай пройдем этот заезд. Ну я выйду, и тебе позвоню, самое. Когда у седьмой школы буду, и пойдем. На пару ладно, часиков. Да, сейчас пройдем, гонку обсудим. Если, конечно, получится. Ты взял ТТ-ку? Или что это? РС у тебя? Ну, ТТ-ха, только до 800 докрученная. Кстати, YouTube банит все записи, трансляции, форзы. А в самих настройках форзы можно поставить, типа, это самое... Чтобы... Режим для этих, режим, для блогеров. Режим для блогеров, чтобы не играла музыка с авторскими правами. Да-да-да. Вот в этом повороте весь трэш происходит. Блять, у драйватара ник Литгеймера. Блять, я проебал чекпоинт, отвлекся на да чат. Не надо было нормально сконцентрироваться и все. Да я уже собрался, блять. Давай, у тебя время есть, у нас 37%. Вано, если мы вдвоем по пятихату заработаем, то мы затащим. Ну, это очевидно. Блядь, чё, легких ставить, что ли? Да дело не в ботах. Легкие все равно медленнее не поедут. Дело в дожде. Да. Не, на будущее я на техе остаюсь. Я вот только в нее вкатился. Я тоже лянчу свою нормально. Вот, хуя второй уже, ёбан. Не, все, пизда мне сейчас. Да, дерево. И пиздец. Не, я чуть-чуть вкатился. Тоже. Но это какая-то, блядь, такая гонка. Челленджная. Гонка вызов. Вызов стихии. Ну чё, ладно, хуй с ним. Давай еще раз, и тогда пойду к Вовану. Хоть я ему обещал крайнюю гонку. Ну скажешь, типа, ну, только... меня ждал. Типа то, что я, ну, тоже, да, собрался.
Здорово, Кирилл. А кто в стримы камбэкнул, да? Один раз не стример, как говорится. Вы дошли до 10-го раунда в серии двух улиц. А у меня 9-й еще. Пятнадцать хрома, блин. ТВР Сагарис. Так чё так сидишь, как будто у тебя плазма на потолке? У меня толерантный этот самый толерантный контроллер. А плазмы нет, просто у кресла есть возможность откинуться, и я сижу перед монитором. Глаза-то вниз опущены, вот так. Их не видно. Чё, кажется, кстати, Дудик Иванов, собирается. Вот чё, кышка? Чё? Какой дождик? Ну чё-то какой-то прохладный сквозняк начал быть. Сыпно. Не? Просто я в окно не вижу. Кусок неба вижу, она серая. Может, и собирается, но... Но не сегодня. Бля, вот посуху вообще это эхо ей как копанное. Ну да. От бокса? Да, от CBS-а. Кажется, дождик собирается, у Ивана колено заболело. Не, колено болит обычно, когда в него попадает стрела. Чего там? Да, питерский бьюти-блогер ко мне в чат зашел. Или пуля на ваших стрельбищах. Нет, пуля обычно попадает в другие места. Не в колено. Связь между пулей и коленом, это типа, когда в каком-нибудь боевике, типа, специально простреливают колено, чтобы, я не знаю, усугубить жизнь в будущем герою или антигерою. Типа, все, ты на жизнь, на всю жизнь останешься инвалидом, и бжж, коленную чашечку отстреливают нахуй. Типа, ты будешь умирать в мучениях. Бро, вот игра реально чувствуется, консольный дух, вот эти все заставки туда-сюда. Что я должен делать во время этих заставок, если я сижу геймпад держу? Что? Творог или кашу, что будешь? Ничего. Ничего не слышу, кроме звука дождя и звука двигателя. Блять, я опять чекпоинт проебал, мне колян, это пиздец. Да, блин, я нормально, блин, невозможно, постанул, невозможно сконцентрироваться, когда тебя все отвлекает. Не, я сколько-то очков привезу определенно в этой гонке. То есть шанс на камбэк у меня есть. Все, окей.
Я хоть и откинулся в кресле, как будто у меня плазма. Ну, блядь! Все, теперь я заруинил. Ну, вот видишь, что тебя отвлекло. ХЗ. Страйк, видимо, дает о себе знать. Возможно. Энергетический эффект типа отпустил и начал накатывать алкогольный эффект. Судя по тому, как ты закладываешь в повороты. Ладно, ну там 50%. Надо постараться. Только не получится, походу. Они далеко. Ну, тут после 50% идут такие рельсы для ботов, на котором они все этой колонны отрываются. Где, это лянча у тебя полноприводная или заднеприводная? Не понял, что случилось. Не, она не полная, она задняя. Но она пиздато управляется, мне нравится. Я на ней много кроссов проходил. Угу, на расслабоне, в такой гонке хрен на расслабоне поездишь. Почему что это, там не кто на... отписывается? Почему не на руле? Потому что в аркаду на руле играть, что я и не настолько стример, чтобы в аркаду на руле играть. Ну ладно, Вано, там меня никто не слышит из сторонних. Ща, погоди. Вот теперь не слышит. Чё хотел-то? Но я пока одеваюсь, иду, я где-то без 5-8 приду. Ну ты прям с Квавану идешь, типа, ты не будешь там ждать, пока мы там в магазин потом пойдем. И это, одевайся, там, выходи. Выходи, ну, что ты прибудешь. Пятница все-таки. Не у всех пятница, это пятница. Так. Но у тебя как-то получается подбухивать перед работой и нормально работать. А у меня так не получается. Ну я бы не сказал, что в тот понедельник я нормально работал.